что я должен отменять себя все время перед десяткой. В тот момент, когда у нас есть взаимодействие, есть возможность для отмены. Просто как мне отменяться, когда я нахожусь в необходимости, в работе, в семье, как в этих состояниях, я их тоже вношу. Необходимое — это необходимое, с этим ты ничего не можешь сделать. Тебе, разумеется, нужно провести четкую границу между необходимым, которое следует из нашего существования в этом мире, и необходимым, которое ты определяешь на своем пути к цели творения. И две эти формы, две эти части твоей жизни не должны особо сталкиваться. Нужно стараться, чтобы было время тому и время этому. Обычно то, что относится к духовному продвижению, я могу присоединить практически ко всем своим действиям в этом мире. Хотя сами по себе они не будут духовными. Так я должен стараться. Даже в то время, когда я, как написано в Торе, в то время, когда я пашу, делаю что-то там, полевые работы исполняю, или на какой-то фабрике, в лаборатории. Везде, что мы делаем, я все-таки в чем-то могу добавить к этому мое духовное намерение. Или, по крайней мере, быть к стремлению к духовному при исполнении различных материальных действий. Можно это делать без всякого изъяна для материального, всякого урона. Нужно только стараться определить эти вещи, где у нас есть стремление в сердце, чтобы мы это смогли выполнить. Это возможно. Постарайтесь и увидите, что нет никакого противоречия между нашими духовными намерениями и материальными действиями.